Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 793. События дня. Откровение 22:17. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Вот такого эпиграфа нету нигде больше. И дух, и невеста соединены вместе. Это уже вечность. За 14 февраля 2018 года. Так, Сергей парализованный. Игнат Тихонович, не могу найти переписку со Львом Лебедевым. Подскажите. Игнатий Лапкин. Мы всего лишь перекинулись двумя письмами. Его письма были полностью напечатаны в журналах РПЦЗ. Он получил от меня материалы, которые ныне в книге «К истинному православию», дал ответ, как бы и не для меня, а для разоблачения меня перед своими. Но из этого ничего не получилось ровным счетом. Одно из его писем я и разбираю. Ответ Игнатия Лапкина отцу Льву Лебедеву на его открытое письмо «Не потерять бы Потеряевку», страница 394. Ссылка. Это «К истинному православию» в книге. Вот она, страница 394. У отца Льва до самой смерти, как писали, была подножка. Нетрезвый выходил за кафедру и в таком виде летел и в Америку, о чем писали и говорили. Так что его письмо ко мне вполне могло быть написано в его статусе обычном. Игнатий Лапкин. Вы просили про Надежду Васильевну. Сегодня записал ролик. Вот он. Разговор с птицами и животными. Римлянам 8:21. Тварь освобождена будет. 14:02:18. Галени Михаилиди. Мир вам, спаси Христос. Да, Игнатий Тихонович, вы правы. Я вообще не ложусь спать днем. Дай Бог. Понятно. Вот. Все. Сказал не ложиться только. Не слушалась. Теперь и глаза болят, и голова кружится. Ну, тут не надо никаким врачей держать. И просто, ну, это можно за собой посмотреть. Ну, причина-то своим телом. Свое тело даже не могли узнать. Прослужило оно десятки лет. Срам один. Так, дай Бог здоровья Надежде Васильевне. Будем молиться. Слава Христу. Спаси Христос. Вы понимаете языки животных. Что интересно, я тоже понимаю. И разговариваю с гусями, и курочками, и коровами, и с кошками, с собакой, и лошадкой. У нас есть скот, у каждого имя есть, и они меня знают, и наблюдаю. Ну не имя, а кличка. Все, что вы говорите, то и у меня есть. Замечательно, но сейчас в основном люди озлобленные, не часто встретишь добрых. Вы интересны. Иногда вашими словами разговариваю. У меня коровка, апрелька, стельная. Должна сегодня-завтра телиться. Еле ходит, спаси Христос. Вот понятно. Никогда я не встречал этого человека. Но уже мы сроднились и вот как. Теперь я хочу показать кое-что. Поэтому я-то ночью сегодня уже посмотрел. Так. Вот как бы корова, я слышу, корова говорит. Так. «Что вы, люди, сделали со мною?» Так мычит корова на бугре. «Вся в грязи, лишь вымя с мыла моют. Мало пойла доброго в ведре. Мои груди, то есть мое вымя, вы, скоты, зачем разбарабанили? Зорька, Машка, что за кличка имя? Разве крыто? Я совсем по-банному? Нет на вас управы, жлобы жадные, кровопийцы». Даже хуже, трупоеды. Моего сынка-бычка зарезали вы, гады. И девчоночку-телушечку сожрали вы бесследно. Это корова на бугре стоит, я слышу, она жалуется, говорит. Каждый вечер мне идти на расшарагу, как корова, бескопытная хозяйка. Я без боли не могу ступить и шагу. Сунут грязное ведро, похуже шайки. Вы на мне седло коровье. Все нахлебники, рвете сиськи, продаете молоко. Вы бесстыжие, как только не ослепнете. Как только не ослепнете. Вам до нас по пользе жизни далеко. То есть пользу, которая, вот Лев Толстой говорит, вот там лошадь такая, там холстомер, и вот пришел, который убивает лошадей, там режет и трупы, и кости, все есть. А умирает хозяин, никакой пользы нету. Все,
только червям. А от лошади до конца все польза, польза, польза. И уже зарезали еще польза. Так. Если бы, кабы я Бога не боялась, вас сегодня же рогами проколола и стоптала бы безжалостно вас в яслях, вам в защиту не дала сказать полслова. Вот понимаешь, вот это вот, представь, что ты корова. Ну-ка, посчитай. А ты считаешь, как подпрыгаешь будто бы. Если бы, кабы я Бога не боялась, вас сегодня же рогами проколола и стоптала бы безжалостно вас в яслях, вам в защиту не дала сказать полслова. Вы меня совсем не убеждаете, называете кормилицей в насмешку. Ваши доводы в свою защиту шаткие. Вы в глазах моих козявки, даже меньшие. Мы рычим... Мы мычим. А мы мычим. И на вас жалобу строчим. Строчим, может быть, строчим. Но строчим, роспись делая копытами, рогами. Не спросясь, на уши ставите нам чип. Хуже наших вы лепешек столь поганые. Лепешек, то есть ленивый подобен воловьему помету. И она им говорит, мы мычим и на вас жалобу строчим, роспись делая копытами, рогами. Не спросясь, на уши ставите нам щип. Хуже наших вы лепешек столь поганые. Но когда вы Бога славите за нас, за покорность нашу шлете аллилуйю, мы довольны, что пастух с молитвой пас. Ночь жуем, воспоминания смакуем. Вот, 4, вот какой мне, понятно, я год. Слух попорченный, а я слышу, как она, корова, это говорит, я людям это говорю, что же вы делаете с ними-то? И она жалуется на нас, и она воздыхает, эта тварь. Вот, что, я не придумываю здесь, ну, опровергни. А расписываться нечем, она рогами да копытами. Вот еще прочитаем. Так. Ой-ой-ой. Вот угораздило. Невзначай родиться. Угораздило же невзначай родиться. Никто о том не спрашивал, родился человек. Ни рыбой, ни скотом и ни пернатой птицей. В чем преимущество, познаем напоследок. Как поистратились, о том не скажешь вслух. Какие выгоды имеет пред нами. Корова, гусь и топчущий петух, проигрываем в отраслях и перед пнями. Чтоб быть на уровне и всюду во главе, и царствовать над сею нынешнюю тварью, придется осознать, я Божий человек, хотя мой вид и не совсем тварный. Товарный, товар, на продажу. Товарный. Вид не товарный. Продает человек морковка грязная, не товарный вид. Измятый бедами, истисканный нуждой, едва полжизни с горем переможем. За каждым поворотом нас опасность ждет. И спотыкаешься, то спутан, то стреножен. Стреножен, знаешь, что такое? Ну, конечно. А что такое? Связывают копыта-то вместе. Не копыта связывают. Стреножен — это первые две ноги, пута называется, надето, чтобы она не могла ногами раздвигать. А стреножен к этому привязывают еще и третью ногу. Я же говорю, капутом. Связывают копыта. Хорошо. Могу осмысленно обставить и конягу, работая руками, умной головой, с молитвой спотыкаясь, чуть прилягу, иной раз о таких не вопль уже, а вой. Зависимо прирученная мною тварь, ждет корм, мычит, мяукает и трется, конечно, утешает, что ж, я все же царь, перелицовываю их, как будто крестный. Привычно режешь, щиплешь или чистишь, а это, ставшее изжеванным в утробе, нас радовало пением своим весенним писком, и без нее мы сыты были вроде. Запахло жареным в адамовом меню, когда потоп окончился всеядный. Вегетарианцу счета нет отнюдь, что он белки животные причистил к яду. Вся тварь стеная мучится до ныне и ожидает славы сыновства. Сыновство палача. Сыновство палача. Никто не будет рвать тогда коровье вымя. По-новому, по-райски жизнь надо бы начать. Вот так считаешь, все измято. Не буду прошу. Ну и дальше считаем. Андрей Александров. Касаемо статистики, наверное, проблема чисто техническая. Сервер перегружен или что-то подобное.
Везде, где работает автоматика, бывают сбои. Такие случаи просто обязывают делать резервный канал. При ваших объемах выставляемой информации можно и нужно зарегистрировать еще два канала как минимум. Кстати сказать, у многих видеоблогеров на YouTube есть основной и дополнительные каналы. И дело здесь не только в общем количестве видеоматериалы, сколько в безопасности контента. Да, и так удобнее работать с разной аудиторией и тематикой. А статистику можно смотреть и на таких сервисах. Пока показывает, какие. Римлянам 8.21. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы славы детей Божиих. Вот это все, которое поставил. Птицами, разве животными, так. И вот я там искал, какое у меня самое популярное видео, меня спросили, даже на собрании. А вот, оказывается, мне показал человек, и я теперь знаю, какие самые популярные, какие непопулярные у меня ролики. И поэтому можно понять, что за контингент. Притом, ну, все-таки 13 тысяч подписчиков, 13 тысяч. Да если бы, ну, даже из них 10% любили то, что надо, а не то, что не надо, так статистика была бы другая. Там так и написано. Лучшее видео. Деяние 17.21. Афиняне же все, и живущие у них, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. То есть каждый день они узнавали это. Иеремия 2.13. То есть посещаемость миллионы, миллионы на какой-то ролик. А смотришь, там ничего нету совершенно. Ибо два зла сделал мой народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Захария 11.7. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму себе два жезла и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. Вот отсюда я делаю вывод. Что именно? Итак, ролик «Шершней в дупле выжигаем огнем». Это на плотине пруда, не в лесу, пожар невозможен. 317 482 просмотра. Фильм Звягинцева «Левиафан в свете Святой Библии» за 21.02.2015 года. Подробно о названии, сюжете, режиссере. 198 726 просмотров. Живите по Теряевке, это здорово. Ну, где ты считаешь это? Живите в деревне. Ой. Живите как в это? Деревне, это здорово. Сибирский поселок Потеряевка, июль 2014 года. 161 087 просмотров. Голуби мои и голубятни. Как устроена голубятня? Деревня Потеряевка, 2014 год. 95 504 просмотра. Вот я не на все, что здесь есть, тысячи. Я никогда не думал, что это будет на первое место выходить. Еще. Сибирская деревня Потеряевка. Встречаем новых поселенцев. Лето 2014 год. 68 346 просмотров. Группа Дятлова Игоря погибла от бесов. 65 669 просмотров. Русская деревня. Потеряевские сюжеты. Август 2014 год. 43 025 просмотров. Завтрак. Как хорошо в деревне православной. 184 949 просмотров. Об увольнении из Московской духовной академии отца Андрея Кураева. Игнатий Лапкин. 38 880 просмотров. Вот теперь худшее. Худшее, почем? Ну, тут говорится, потому что мало посещаемость. Какие из них? Тут можно уже да. Худшее. Номер 22, Иоанна 19.12. Толкование блаженного Феофилакта и комментарии. 28 просмотров. 28. Всего. Дальше. Так, то же самое толкование. Номер 15 на Иоанна 12.1. 35 просмотров. Толкование Феофилакта на Лука 17.34. 41 просмотров. Дальше. Церковь прославляет сонму угодников Божиих. 39 просмотров. Толкование на Иоанна 13.31. 39 просмотров. Толкование Феофилакта на Лука 17.1. 42 просмотра. Святой Иоанн Златоуст. Мир вам всем. Что есть дороже? Что есть дороже мира? Это заголовок говорит. Да дороже мира ничего нет. И за все время, за 3 года 42 человека посмотрело только. 42 просмотра. Святой Златоуст, поревнуем о вечных благах.
43 просмотра. Вечное благо. Все, ну, а там шершни. 30, сколько здесь? 43. 43. А там 317 тысяч. Дальше. Так, номер 20. Толкование Феофилактона Иоанна 17.11. 43 просмотра. Все. Самое негоже это Златоуст и толкование блаженного Феофилакта. Там половина из Златоуста взята. Самый непопулярный Иоанн Златоуст. А это взято сколько? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять много и девять мало. Ну, мало тут легко запомнить. Толкование. Златоуст. Еще нету. И эпиграфы взял. Исайя 53.1. Это Исаия за 700 лет, примерно 650-м, до Рождества Христова, уже об этом сетовал. Кто поверил слышанному от нас, вопрос. И кому открылась мышца Господня? Теперь Христос говорит, пришел. Повторяю, Иоанна 12.38. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? То есть непопулярные. Дальше. Римлянам 10.16. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Заметь, я по этапам показал. Вот и все, так и сегодня. И Златоуст как оживленный, начитано, нет? Так, Игнатий Лапкин, что значит выбирать? Брать только подряд, всегда подряд. Ну, уже повторы попадаются. Говорил, да. Я же говорил, как. Вот папка с архипелагом. Да, я с администрацией беседую, как правильно делать. Как ставить? Они ставят, а не я. Вторую справа папку поставь и нареки архипелаг 1. А какие файлы загружаешь, на бумажке пиши, чтобы не забыть. Вот как. Обязательно. Обязательно пиши. И как только закачано, так сразу перекидывай отработанное в папку с номером 1. Что всегда пусть так и засохнет справа. Также с добротолюбием. Также со Святой Библией, также и со Златоустом. Так же точно и с книгами «Открытым оком». Но я же тебе говорил, бестолочь. Ну сколько же можно строжиться над вами? Повторяю, что при таком методе мне пришлось загрузить несколько тысяч и ни разу. Повторяю для глухих и слепых, что ни разу не было ни единой ошибки. Ни одной. Понятно, тысячи и ни одной ошибки. Здесь только недели две прошло, уже стали повторяться ошибки, повторы. Слышишь ли, неуч, ни одной. Сохрани эту инструкцию, размножь к себе и под подушку, и в гомонок деньжищами положи, и в кармашки во все, и на стену приклей. Мне отвечает из администрации. Так, почти так и делаю. Есть папка, откуда не удаляется, есть, где удаляется. Видишь, как уже все по-своему. Но все равно слежу. К примеру, папка уже откуда залив идет, удаляется лишь тогда, когда сброшена новая папка для контроля. Три таких папки и получается. Ну, может, там какие-то, я не знаю, что, потому что я отсылаю что, а там как они получаются. А вот я сам закачиваю проповеди, жития, они у меня на экране, уже на экране, на рабочем столе. Так, две, только две, не иначе, как только две. И за одной бери и записывай. Ну я же русским языком тебе долблю. Ты на бумажке не пишешь, и потому ошибки могут быть большие. Закачиваешь и напиши на чистой бумаге. Название ролика, а не папки. В папку с номером 1 скидывай. Просто так, любое дело нужно делать по самой простой схеме. Повторяю, вот когда я переписывал, размножал начитанные вот эти материалы, Библию, Златоуста, то оригинал записывался на пленку 375 метров. Это 8 часов 20 минут. 4 дорожки. Но магнитофон это все одинаковые. Одновременно у меня сразу записывается там 11, допустим, магнитофонов. На другой скорости. Вот это все надо учитывать было. А записываю 525 метров. Это 12 часов на одной пленке. В одной, которой оригинал я прокручиваю, 375 метров, дорожка кончилась, а тут она на середине
Тут я пишу первую дорожку, а тут уже четвертую. Это все надо было записывать и записывать и записывать. Все до одной. Тысячи пленок и все до одной помаркировать. Какая дорожка. Потом составить каталоги. Это все уже в прошлом. И вот два брата у нас тут были. Михаил и Николай. Оба умные, оба хорошие, все рассказал. Мне срочно вызов, куда-то надо поехать, а вы, ребята, вот сюда. И вот сюда складывайте. А потом вот приезжают люди из Ташкента, из Таллина, там с Риги, с Владивостока, отовсюду ехали. Вы дадите, показал, написал, все сделали, да. Я возвращаюсь, все сделали, да, так, писали? Молчок. Ну вы писали на бумажке, какая дорожка-то куда? Ничего нету. Проходит месяц. Ташкент сообщает, а что нам прислали пустые пленки? Вот это да! Теперь узнать надо что, там пишут неправильно, ехать самому управлять. Это все верующие, говорят, верующие. А потом они все это бросят и уедут. Ни одного нету. Почему мне это надо, тебе не надо, я просто спрашиваю, почему? Ну что делаешь, как для Господа? Так я мучился с тем, что они сделали так. Как теперь оттуда вырвать? Теперь какие надо туда? Какого размера? Тот не знает, как писать, священники в основном-то. Даже нельзя пересказать, сколько муки было. Почему я сегодня это записал? Потому что ты такой же рядом сидишь-то. Чего не доверишь? Забыл. Ну, чихать платочек или в рукава себе. И это даже не помните. Галина Влеська. Да. Галина Влеська, Новокузнецк. Мир вашему дому. Всем благодарение за молитвы в моем здравии. Апистархоз сокрушен. Моя печень сохранена и в короткий срок. Аллилуйя. Дай Бог здоровья ей. Посмотрела ролик брата Сергия Козлова с Юрием Андрющенко. О православии. Хорошо быть братья вместе. Но на деле получаемся все-таки разные. И хорошо, учимся на чужих ошибках. Со стороны здорового брата очерчены основные два вопроса о наличии системы в РПЦ и о культе личности Игнатия Тихоновича Лапкина. Имею мнение, Юрий Андрущенко занят более самомнением и своим личным жизненным опытом, полученным в кучах приходов монастырей, им обхоженных и объезденных. Да. Вот интересно, Сергеем парализован. Вот там вот каждая минута дорогая. Ну, Сергей говорит, ну вы пришли ко мне. Ну что главное-то? А ему главное меня помусолить надо. Больше ему ничего тут главного нету. И сколько раз его возвращают, не можете еще сделать-то. Проглотить. Подавился этой костью. И он, увы, не одинок. Таких большинство из начинающих свое духовное развитие. Как говорится, имелось начало, но не с того конца. Если жажда знаний в слове, то изучай слово, обложись творениями святоотеческими и лучшими толкователями Слова Божия Библии. Каждый день этим занимайся, благодари Бога неустанно за Его милости к себе. Это женщина пишет, а это мужик. Слава Христу, показавшему нам путь. Христос избирает, и это мгновение незабываемо. Отбросим свое гнилое, человеческое, и всего себя погрузим в божественное слово, доверимся Богу. Ну вот она говорит, ну сделай это там, Андрющенко-то этот. А когда ищем Христа в церковных людях, в их пониманиях, то и набираем, чаще всего лишь их самомнение, прибавляя к своему, поэтому никогда не бываем полностью удовлетворены человеческими понятиями, потому что уже заражены своим мнением, и, как правило, ошибочным. О культе личности Игнатия Тихоновича. Не есть тема обсуждения. Он поднял то, до чего нам, современным наследникам, без его трудов не докопаться бы никогда. Причин желания и поиска истины Христа много. И самая основная та, что самвона в храмах не учат народ. Ну, понятно, что этот человек, который там Андрющенко, кто бы это никогда бы даже не знал. И он ничего не может сделать. Потемнел уже в этой злобе. И непрерывно Сергей начинается. Сергей молчит. Ну а к чему ты мне рассказываешь? И он как помешанный сидит потом и опять обо мне говорит. Ну что, у тебя вопросы-то есть? А он не так. А вот это, вот культ личности, что, то есть люди слушаются, что я говорю. То есть у него не было ни одного человека, у этого Андрющенко, нигде. Слово его, ясно дело, что он, ни жена его не слушается, он не знает. А здесь слово власть.
проходит время, и люди, которые это слушали, они духовно быстро возрастают. А которого ничего не было, он отвалился и попыхтел маленько. Я в ответ ничего им не отвечаю. Все, сгинул, растворился, размазался. Откуда он? В каком городе живет? Зачем обо мне говорить? Что-то он лучше делает? Нет. Может быть, он каждый день ставит столько же материала для людей? Нет. Может быть, кто-то помогает ему распространять благовестие? Нет. Ничего нету, пустота. А видно, что уже человеку за 50. Одна грязь. Набил себя под макушку этой грязью и сидит. И главное, не судите. Я вас знать не знаю. Я теперь просто страшусь этого человека. Он никогда не покается. Он умрет, он погибнет. А не то, что он от меня пакости сделает. Он уже ее делает. Народ в своем большинстве духовно слеп и не обучается истине. Да и многим прихожанам самим нравится пребывать в надуманной бабушками лубочной вере. Ну, это говорит Петр Мещеринов об этом. Вот поэтому Бог и призвал на эту ниву Божию православного международного проповедника и миссионера Игнатия Лапкина. Вот какие звания дают. Но если так разобраться, действительно, тут не один человек у нас из-за границы, из Австралии, Америки. Люди книги выписывают, только вчера отправили в Германию. Может он отправить что-то, которое бы не только здесь, а за границей попросили, Андрюша, да во веки веков никогда ни одного листика нету. Может быть, он архиереям пишет, побуждая их к тому, чтобы правильно хотя бы крестили. Нет, не с чем. То есть мы совершенно в разных категориях находимся. Дальше. Обеспечил его всем необходимым для просвещения мозгов, оставшихся после кровожадных звероподобных трагедий 20 века. За такой титанический труд можно лишь кланяться ему в пояс и благодарить его за то, что принял эстафету от святых отцов церкви в просвещении христиан. Это не рядом, в Новокузнецке, она еще первый раз у нас была. И смотри, она пишет-то как. А почему? Сейчас увидите, почему. Она любит святых отцов Христа. Так, на прощание из тома 7, видимо, открытым оком, страница 320-322. Святого епископа Феофана Вышинского, моего любимого наставника и мудреца. Цитата. Что такое предлежит нам... Что такое? Что? Ну, что в самом деле? Ну, оснись маленько-то. Что далее предлежит нам по приятии благодати? Действовать. И действовать, видимо, телесно. Поститься, молиться, милостыню творить. Вот и все. Это начни с этого. Так заповедал Господь, и во исполнение сего повелел апостолам завести соответственные порядки между верующими, которые ведутся до ныне в церкви. А обличать, если развития умственного достаточно, обличайте. Желаю всем оставаться благочестивыми и довольными. Из посланий премноголюбимейшего святого апостола Павла. Аминь. Игнатий Лапкин. Благодарю моего Создателя, что дал мне такой жребий. Сколько же сил враг держит возле блокадного Ленинграда? Эти силы не участвуют в иных сражениях. То есть Манштейн в это время нигде не воевал. Они меня блокируют, сосед, а ничего нету. У них нету ничего совершенно. И есть ли какие-то ресурсы или какой-то талант? Вообще ничего не знаю, кроме вот этих фонтанирующих злобы. Роман Фроликов. Вчера, когда беседовали, он перебил меня, я не стал больше разговаривать. Один раз лежу, другой раз. Ну зачем я буду это? Ему охота спорить, я не буду. Ему хочется меня подправлять. Ну, ты подправляй, зачем же ты меня вызвал-то? Вопросы мне задал. Я не успеваю говорить, там предложение прерывает. Я не буду спорить, перебивать. Я отошел, и все. Так, каюсь, что перебивал вас, что немирный дух принял. По мне видно сегодня было, что недостаточно я понял, что иду в ад. Почти об этом забыл. Вот и все. Молчанием его мозги, кажется, теперь у него начинают просвещаться. Спаси Христос вас, что заметили меня и напомнили мне об этом. Напомнил как? Молчанием. А вот посмотри, там Сергей и Ильин и Кузнецов, Дмитрий, они беседуют. Ой-ой-ой, это у нас было тогда с Ильиной. С кем-то Игорь Добунов также слеснулись. Все, их вышибло и больше нету. Дальше. Евтушенко Сергей. Значит. На слова Александра Латвия живет он. Так, мир вам, братья и сестры.
У меня тоже такой вопрос. Я с родителями ходил к протестантам-пятидесятникам, но мы от них ушли, осознав, что это не церковь. Я пошел к батюшке. Он сказал, что нужно совершить чин присоединения. Сказал подготовиться, прочитать дома покаянные молитвы. Потом, когда я пришел на исповедь, он сказал совершить определенное число земных поклонов. Прочитал разрешительную молитву. Потом причастил. Сразу причастил его. Но я никаких грехов не называл. Как это понять, прощены мне грехи были или нет? Вы где принимали крещение? Александр, Латвия. В младенчестве в храме был крещен, а потом у пятидесятников. Евтушенко Сергей. Значит, идите еще раз на исповедь и исповедуйте грехи, которые вас мучают. А это так, что-то я священнику говорю общее, а не называй какой грех. Вот об этом много, как раз и говорим здесь. Ну, прощает или не прощает, Бог там начинает это. Наталья Усатая. Кто не исповедует грехи и не постился, и подходит к чаше, тот собирает себе на голову горячие угли. Такие слова я слышала часто от священников. Отец Игнатий правильно сказал священник? Да. Валентина Сартисон. Есть так называемая генеральная исповедь, в которой припоминаются все грехи, совершенные от 7-летнего возраста по настоящее время. Ей исповедуются перед крещением и в других особых случаях. От отца Иоакима услышала такое изречение. «Если ты помнишь свой грех, то Бог забывает о нем, а если ты забыл, то Бог помнит». Поэтому, когда читаю «Господи, помилуй» 40 раз, то на каждое прошение называю один из совершенных мной грехов. Наталья Усатая. И я так делаю. И слышала эти слова от Игнатия Тихоновича. Анастасия. Сергей, приводите, пожалуйста, подтверждение ваших слов насчет исповеди. Это, конечно, кажется логичным. Ну-ну. Мол, крещение – это первое таинство, вводящее другие. Но у Игнатия Тихоновича был разговор в скайпе с Владиславом Ковачевым, который крещен обливанием. Собирался он принять полное погружение, а священник оказался лет 24, кажется. То есть по возрасту еще не может быть священником. Но Игнатий Тихонович сказал, что принимать погружение у него не стоит, пока не исполнится ему положенное число лет. Владислав спросил об исповеди, можно ли? Игнатий Тихонович спросил, ну почему нельзя? У нас приезжают, идут на исповедь, а потом совершается крещение. От рядовой исповеди сказал, можно воздержаться. Хотя, насколько я поняла, это не запрещено. Виталий Калиников. Искренняя исповедь никогда не помешает. Вот именно исповедь, исповедь. Вот здесь, на это, вверху, вот. Поставь табуретку туда просто. Ну что? Валентина Сартисон. Ну если нет исповеди перед крещением, то где же покаяние? Выходит, что я где-то в душе покаялась, не назвав ни одного греха вслух. То я смело могу погружаться в купель. Непонятно. Я была крещена мощением и перед погружением Потеряевки много раз исповедовалась и причащалась у других священников. Но я поняла, что мои грехи не смыты и вновь их все перечислила. Вот как. Сергей Пупков. Как может перечислить свои грехи крещающийся младенец? Валентина Сартисон. У младенца нет грехов, кроме первородного. И я же не младенец. На момент крещения мне было 59 лет. Все. Евтушенко Сергей, Сергей Попкову. Олег Маленко. На меня тоже где-то нападал. Я бы биографию мог рассказать. Его хорошо, его биографию. Амвросий Юрасов описывает. Они с ним схватились как-то. Олег Маленко, бывший священник Русской зарубежной православной церкви. В настоящее время он возглавляет созданную им секту, именуемую им Вселенской Церковью Иоанна Богослова. Так и называется, да. В качестве архиереи этой, в кавычках, церкви, он поминает самого апостола Иоанна, который воскрес, цитата, «воскрес вторым всеобщим воскресением сразу по своей смерти, и помимо небесных обителей он имеет на земле Богом дарованную резиденцию в горах Гималаях». Понятно, вон его книжка у нас лежит, посмотри. Вот. И он, ему кто-то спросил, какая-то женщина, про меня, как он набросился, он никогда не видал, не знает, ничего нету. Еретик из еретиков, лютый еретик. И когда священники на меня когда нападают,
православные, патриархийные. А вот он сказал, Олег Маленко, то есть кто сказал, им не важно, хоть сам дьявол рогатый. И вот, ну это же он же вас клеймит, он не вообще московскую патриархию за подметку не считает. Нет, ну он сказал против, поэтому все так и есть. Ну безумие сплошное. Ну если он такой изверг, зачем же ты его слова берешь, чтобы кого-то ударить-то? Ну дальше показать наши ресурсы. Вот. Это мой мир, люблю я, очень хороший. Переношу сюда все ролики, которые записываются. Вот вчера было, что не вчера, сегодня ночью, в первом часу ночи. Вот только, что это называется, события дня. Вот. И дальше что? Дети, занятия, 2, 3, 4 по Златоусту. Библия 5, жития 6, Златоусты считает 7. Вот, Никита пошел, это Володя идет? Нет, это я. Ты идешь. Пошли куда там на благовестие? 7, 8. Теперь вот Володя Василия посетил 9. Из Белоруссии 10 беседую. Вот моя проповедь 11. Занятие в Потеряевке 2, 12. Добротолюбие 13. Вот. 13 роликов из Ютуба. Сегодня ночью только. Ну, понятно, материалы громаднейшие. Ну и вот я даже не видел сегодня, как у них тут. Это что у нас? Православный форум Игнатия Лапкина. Вот. Можно посмотреть, а какая посещаемость, сколько вчера пришло. Вот сейчас посмотрим, где-то 278. Ну, стоит на одном месте. У меня один хороший такой программист и говорит, ну, это я раскручивал такие там, ну, производственные ролики где-то. И это и ресурсы-то. Ну и здесь начал учить нас, когда нажимать, в какое время дня кнопки, чисто механическое где-то. Не с места нету. И он бился. Ну, надо, чтобы больше нажимали люди ваши. Ну, где больше-то? Больше 10-то и нету. Так ничего у него не получилось и бросил. Вот. А теперь вот православный видеоканал. Никому он не принадлежит, а мне открытым оком Игнатий Лапкин. Вот. А то наш кто-то отвечает за меня. Никто не отвечает, кроме меня. Это лично. Здесь все 100% мои материалы. Вот оно сегодня ночью выставило. Теперь вот это уже закачала администрация. Мои ролики. Ну, мне трудно закачивать. Вот так. Ну и во свете Библии. Православный библейский сайт. Сколько у нас прошло время? 37. Ну и все на этом. Благодарю. Показать надо. Никита Андреевич Колесников помогает, читает. Хорошо читает. Выражение еще побольше. А это только когда сам все это переживешь. А Володя на кухне чебарничает. То есть посудой гремит там, что-то делает. Мы идем готовые. Вон, морковку скоблят, а потом мы трем. Одно утро Никита, а другое я. Так на нас это. Ну и на этом все на сегодня.